Три югорчанки понесут наказание за нарушение режима самоизоляции. Административные материалы в отношении жительниц Нижневартовска и Междуреченского переданы в суд. Как показало расследование, после возвращения из-за границы женщины посещали общественные места. В настоящее время в отношении нарушительниц возбуждены административные расследования в соответствии с частью 1 статьи 19.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор. Санкции указанной статьи предусмотрено наказание в виде наложения штрафа. Все административные материалы переданы в суд для принятия решения.